Омским новостройкам грозит коммунальный коллапс. Все дело в инженерных сетях, которые застройщики тянут к новым кварталам, а когда жилье сдается, попросту бросают их. Таким образом, коммуникации без всякого технического обслуживания, пусть медленно, но разрушаются. При этом в случае аварийных ситуаций ремонтом бесхозных городских сетей, а такие есть не только в новых микрорайонах, но и, например, на территориях уже закрытых предприятий, занимаются городские коммунальщики, расходуют бюджетные деньги, а потом ищут, с кого потраченное взыскать. Чтобы предотвратить возможный коммунальный кризис в новостройках, депутаты просят чиновников мэрии провести инвентаризацию таких сетей. Бесхозными инженерные коммуникации признаются, если они не обслуживаются на протяжении хотя бы года. Год проходит, по истечению года подаются эти документы в суд, и суд говорит, что, ребята, вот это все передается вам на основании, потому что никто не заявился на данной сети, там электро, там, ну так далее, вот эти вот все сети, и передается в город. А в город, в соответствии с суда, решение суда, передает водоканал, тепловую компанию и так далее, Омск-электро.